Вон тополя, разово пользуем и бегом сюда. Бегом, то есть там, это ничего вам не даст, только там сорвать лопушок. За столом есть молча, не разговаривать, не облокачивайся, милости просим. Каждый день одно и то же. Дома у нас, стены не узнаем. Быстро сюда, дайте мне сюда. Если не уроните, когда утром не холодно, в любое время, все бросать, ни инструмент, ни одежду не брать, и бежать только бегом. Так, внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Если во славу Божию. В левой руке берите кусочек. Вот смотрите еще раз. Внимательно. Подчеркну, поставил ее и к себе подноси. Если правильно так поставить вертикальную черту от стола, на нее не заворачивать уже лицом. Сидите прямо, не сгибайтесь, корпус прямой. Во славу Божию, не облокачивайтесь. Тихо, не разговаривайте, не склоняйтесь, это вот я помню, кона помешу. Сидеть прямо. Так, как стукнул, сразу за стола уходим. Кто не доел, чашки с собой тащите. Чтобы чашки будет ходить. Бери, бери, кто не доел, все с собой берите. Так будете ходить до обеда. Давай тащи, бери. А вот что, я же не съемки. Не разговаривать нельзя, быстрее. Помилуй раб своих, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, заповедующих нам молиться о них. Всех вопиющих тебе, страждущих, болящих, скорбящих, томящихся в узах тюрьмах, психиатрических темницах, за слово твое святое, вдов нищих, сирот, священства, иночества и всех христиан, избавь их от всяких скорби, гнева и нужды, от всякой болезни душевной и телесной. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное душам нашим полезное, сотвори. Боже милости, будь мне грешному, создал меня, Господи, помилуй меня. Вещества я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Так, поблагодарить. Поворот. И распределяемся на работу. Спасибо.
разок. Пошло? Все пошло. Правил просто отсюда. Все пошло. Продавить не могла. Теперь пошло. Ну, у меня все затихло. Сроду не было такого. Но дым по обратном порядке пошел. Видишь, что делается? Это ниже уровня плечки, метра на метр, наверное, не меньше. Это сток воды, и вода, дым пошел здесь, как вода. Очень сильные дожди прошли. Задавило дым и вниз. Все, теперь пошло. Да тоже бери, Надя, наливай. Да зачем я? Тебе что тащит сейчас, все. Так. Вот на это место. Оля, я бабушке сказала. Бабушке сказала, вот так вот. Бабушка сказала. Ты, блин, я бы голосил. Вот кадры какие. Вот выгодная картинка, мы здесь таскают. Он говорит, как кадры это. Ладно, посмотри. Там, который первый там не машет, чудо. Чудо в пере. И второй, я там не могу ходить. Второй, когда показываю на него. Да, делай аналогию. Уходи! Уходи!
Добрый день. Давайте кушать, Стас. Бегом! Бегом, бегом! Кто там остается до сих пор? Юра, Юра! Не обувайся, зачем обувайся? Юра, с тобой намокро. Там вам не нужна обувь. А вот это все время. Мудрые, хитрые братья. На брата. Нас бревно кончилось. А мы сейчас принесем.